О колорите Нижневартовского района расскажет путеводитель. Из него туристы узнают историю каждого населенного пункта и главные достопримечательности. Также в нем будет информация о том, где можно провести время, отдохнуть и переночевать. В брошюре представят маршруты и программы, специально разработанные для туристов. Одна из таких программ – у излученной реки. Знакомят с крестьянско-фермерским хозяйством, где можно попробовать мясную и молочную продукцию натурального производства. А на Излучинском рыбозаводе узнать секреты приготовления соленой и копченой рыбы. Наша съемочная группа решила поинтересоваться у югорчан, какие достопримечательности достойны занять место в путеводителе для туристов, посещающих столицу округа Ханты-Мансийск. Как мне кажется, это вот кафедральный храм Воскресения Христова, а потом храм Самарова, также природный парк Самаровский Чугас. Набережные замечательные. Ну, наверное, я вот... Ну, парки, парки здесь, парк Победы очень красивый, вот рядышком. Ну, наверное... Вот это центр города хороший. Самарова, Респорт, очень красивое место. Мамонты посмотрел, где два хоккейных корта. Я бы с большим удовольствием посмотрел. Я бы включила памятник покорителям космоса. Мне нравится, там есть даже очертания тех людей, которые совершили подвиги. Стелла у нас. Изумительный мост. Парк Бориса Лосева. Вот тут городок, не знаю почему, но мне там нравится. То есть там так... показывает лицевую сторону молодежной жизни, так сказать, нашей.